Комитет государственного контроля будет координировать все проверки предприятий и организаций. О предстоящей реформе сегодня рассказали разработчики. Все контролирующие органы не будут подчинены комитету, но общее планирование позволит избежать чрезмерного внимания инспекторов к тому или иному предприятию. В случае же комплексных проверок будут создаваться межведомственные рабочие группы. Это позволит сократить число визитов различных контролирующих структур на предприятия в организации. Изменение подходов за 15 лет позволили контролерам снизить количество проверок в 10 раз. Более серьезно стали подходить к планированию этих проверок. Мы не идем сегодня просто потому, что давно не были на проверяемом субъекте хозяйствования. Идем уже под имеющуюся проблему, зная, что там есть эта проблема. Мы каждый год снижаем, вот по сравнению с 2015 годом, на 20% сниженное количество проверок, которые провели в 2016 году. И в то же время на 17% у нас увеличился финансовый результат. Проект оптимизации контрольной деятельности под началом Комитета госконтроля весной представят президенту. Заработать же система должна до середины года.